Сестры Серикбаевы, Сандугаш и Уюм второй день живут на башенном кране. Их пока не берет ни мороз, ни пронизывающий ветер. Так они пытаются достучаться до небес. Женщины выбрали кран аккурат на территории университета имени Назарбаева. Здесь в тепле кипит бурная деятельность. Ученые мужи пекутся о высоких материях. Назарбаев университет и польские гении фармацевтики договорились о взаимном сотрудничестве. Иностранные лекари вместе с казахстанскими коллегами ищут эликсир молодости. Но на этом этапе как-то мало оптимизма в словах лекарей. Процесс старения – это естественный процесс. Понимаете? И как бы остановить его практически невозможно. То есть, когда мы говорим о диете, мы имеем в виду те мероприятия, которые позволят улучшить здоровье людей пожилого старческого возраста и предотвратить те заболевания, которые могут возникнуть у этих людей. Назарбаев университет – один из амбициозных проектов президента Назарбаева. Наверное, не случайно именно здесь женщины надеются быть услышанными. Но ученым точно нет дела до мелких мирских проблем. Ведь поиск эликсира молодости – личное поручение лидера нации.